О, собираются воробушки. Ну-ка наверху посмотрим. И там тоже в домике зашуровали. Вот, 2 минуты прошло, они уже тут как тут. Сейчас их наберет штук 40. Такая маленькая помощь воробушкам. Они уже это доморощенные, я их называю. Они тут под застрехой живут. Раньше так рано они не прилетали, а теперь уже только мы здесь на кухне свет зажигаем, они тут как тут. Ну ладно, кормлюсь, не буду пугать. Даже меня видят. Боятся. Воробушки кормуются. Вот доморощенные. Нынче, ух ты, улетели. Улетят снова. Снова прилетели. Вот каждый год я делаю воробьям вот такие тут. Специально под окном, чтобы они кормовались утром 7:30 и вечером 2:30. Сейчас вот время 5 часов, они все еще кормуются. Но сейчас уже знают, меня знают, побаиваются, но это они тут улетают на дерево. Там растянутся, улетят. Все больше и больше их. Все. Опа, опа. Молодцы, молодцы, ребята. Значит, тяжелая зима. Под снегом нечего искать. 70% или 80% воробьев умирает, если их вот так не подкармливать. Домовой воробей. Вот около людей. Много у нас тут кормушек в городе. Я вижу, у дочки там. Там вообще, наверное, около 100 собирается. Тут штук 50. У меня, ну, чуть, ну, бывает 60. Я, когда на дерево рассядутся, посчитаю. Опа! Вот. Сейчас налетят. Но уже потихоньку разлетелись. Это уже последние, храбрые самые. Сидят просто вон. Вижу. Ну-ка посмотрю, на дереве есть или нет. А вот на дереве они все на кормушку полетели. Вот они, полное дерево. Тут они. У меня у них тут защита. И отсюда. Ну что, ребята, удачи вам. Здоровья. Гармонии самими с собой. С людьми и с окружающим миром. Пока-пока.